Если ты будешь грубить, ja tu būsi rupš, тебя в каталажку, tevi ilgs cietumā, а если вообще ты не врубишься после этого, не bet поймешь, ja tu vispār nesapratīsi, тебя отсюда депортируют. Tevi no šeins deportēs. То же самое в Америке. Tas pats notiek Amerikā. То же самое в Ираке. Tas pats notiek Irākā. Каждая страна, katra valsts, имеет свои территориальные законы. Viņai ir savi teritoriālie likumi. А теперь подумайте. Bet tagad padomājiet. Весь этот мир, visu šī pasauli, всю эту вселенную, visu šo visumu, сотворил Бог. To ir radījis Dievs. Господня земля. Kunga zeme. Бог сотворил солнце. Dievs ir radījis sauli. Бог сотворил атмосферу. Dievs radīja atmosfēru. В конце концов, он сотворил человека. Viņš ir radījis cilvēku. Ты и я. Tu un es. Это Божье творение. Tas ir Dieva radījums. И мы родились в мир, un mēs piedzimām pasaulē, который Бог сотворил. Kuru Dievs ir radījis. И ты говоришь, почему я должен ему поклоняться? Un tu saki, kāpēc man да viņš ir jāpilūt? Что этот tam мир dēļ, принадлежит Богу. Šī pasaule pieder Dievam. Если ты будешь нарушать, ja tu pārkāpsi законы Божьи, Dieva likumus, законодатель, tad likuma devēji, izdevējs, он тебя привлечет к ответственности. Viņš tevi saugs pie atbildības. Он Бог. Viņš ir Dievs. Он творец. Viņš ir radītājs. Ты родился в его доме. Tu piedzimi viņa namā. Под названием планета kas Земля. Kas saucās planēta Zeme. Ты родился в его мире. Tu piedzimi viņa pasaulē. Где все создано прекрасно и логично. Kur viss ir radīts brīnišķīgi un loģiski. Звезды светят ночь. Zvaigznes naktī spīd. Потому что Бог сотворил. Tāpēc, ka Dievs tās ir radījis. Плещут волны. Viļņi. Потому что Бог сотворил. Tāpēc, ka Dievs tos ir radījis. Ты наслаждаешься этим миром. Un tu baudi šo pasauli. Ты кушаешь хлеб. Tu ēd maizi. Ты загораешь. Tu sauļojies. Ты рождаешь детей. Tu dzemdē bērnus. Получаешь удовольствие от секса. Потому что сам Бог сотворил все это. И потом ты плюешь и говоришь, а кто такой Бог? Virsū, no kurienes tāds Dievs? Он творец. Viņš ir radītājs. Он все во всем. Viņš ir viss un visā. И он взвешивает твою жизнь. Un viņš nosver tavu dzīvi. Мы можем спорить сколько угодно. Mēs varam strīdēties cik gribam, bet vienreiz. Каждый из нас. Katrs no mums. Со всеми наворотами. Ar visiem со всеми заворотами. Ar visu savu ārprātu. Явимся. Mēs atnāksim лицом viņa priekšā. Справедливого судью. Taisnā tiesneša priekšā. И поэтому к этому мы должны быть готовы. Un tāpēc mums ir jābūt gataviem uz to. Все гряду скоро. Drīz nākšu. Держи, что имеешь. Turi, kas tev pieder. Дабы кто не восхитил венца твоего. Lai kāds nenozog tavu vainagu. Иисус Христос был первый раз на этой земле. Jēzus Kristus bija pirmo reizi šī zemē. 2000 лет назад. 2000 gadi atpakaļ. И очень скоро. Un ļoti drīz. Он явится сюда. Viņš nāks atkal. Второй раз. Otrreiz. И он желает. Un viņš vēlās, чтобы каждый из нас, lai katrs no mums, хранил свою награду, sargātu savu balvu, оценка нашей жизни, mūsu dzīves vērtība, она может быть со знаком плюс, tā var būt ar plus zīmi, и на нашей голове венок, un par mūsu galvu ir vainags, либо, vai, оценка нашей жизни mūsu со знаком минус, ir ar mīnus zīmi, то, что Богу не нравится, tas, kas Dievam nepatīk, и тогда кто-то похитил наш венец, nolaupījis mūsu vainagu, кто-то взял нашу награду, kāds ir paņēmis mūsu balvu, а нам вместо награды, un balvas vietā великое наказание. Dēļ mums lielu sodu. Держи, что имеешь. Turi, kas tev ir. Следующее место. Nākošā. И как человеком положено однажды умереть, un kā cilvēkiem nolems vienreiz mirt, а потом суд. Bet pēc tam tiesa. Итак, Слово Божье говорит очень конкретно. Un tā, Dieva vārds saka ļoti konkrēti. Как бы ни бредили мы. Lai kā mēs nemurgotu. Как бы мы себе не представляли. Lai kā mēs nestādīsos sev priekšā. Уходим ли мы в нирвану после смерти. Mēs uz nirvānu pēc nāves. Или просто после смерти нас ждет могила. Vai vienkārši pēc nāves mūs gaida kaps. Или нас ждет какое-то путешествие по планетам. Vai mums gaida kāds ceļojums pa planētām. Ну, версий много раз. Ir visādīgi daudz versiju. Но от того, что существует много версий. Bet no tā, ka eksistē daudz versiju. Истина от этого не страдает. Патисиб, но та не цеш. Итак, Слово Божье говорит, да, сака, положено человеку однажды умереть, человеком лемц венрейз мирт, а потом суд. Бет пец там теса. А потом бет Бог, пец там, Диос, как судья справедливый, та тайсная тесность, он будет взвешивать, винч носвейс, оценивать, новертейс, и либо вознаграждать, он вайну оболвоз, человека, если он угодил cilvēku, Богу, я винч рис патицис Диевом, либо он покажет ему компромат, вайну винч парадис ним компромат. На основании которого uz kā pamata человеку надлежит быть наказанным. Cilvēkam ir jābūt sodītam. Итак, un tā, жизнь, dzīvība, смерть, nāve, суд, tiesa. И дальше un tālāk, вечность, мужība. Жизнь, dzīvība, смерть, nāve,
оценка жизни, суд, и дальше судьба вечности. Un tālāk mūžībā liktenis. Давайте не будем прятать голову в песок. Neslēpsim galvu smiltīs. Это сценарий каждого. Сценарий ir katram no mums būs. Это говорит правда. То сака патесība. И об этом говорит Божья истина. Un par to runā Dieva patiesība. 2 Коринфянам 5:10. 2 Коринфянам 5:10. Здесь написано так, ибо всем нам rakstīts, mums visiem должно явиться перед судилище Христово, ir jāiet Kristus tiesas priekšā, чтобы каждому получить, lai katrs saņemtu, соответственно тому, atbilstoši tam, что он делал, ko viņš ir darījis, живя в теле, dzīvojot доброе, miesā, labu или худое, vai ļaunu. Всем нам, visiem mums, однажды, vienreiz, надлежит, nākās, явиться, parādīties, перед судилище Христово, Kristus tiesas priekšā, чтобы получить соответственно тому, lai saņemtu atbilstoši tam, что мы делали на земле, ko mēs esam darījuši uz zemes, доброе или худое, labo vai ļauno, жизнь, dzīve, смерть, nāve, оценка жизни или судилище, vai tiesa, и после этого судьба вечность, ir mūžības liktenis. Пусть это запомнится тебе на всю жизнь. Atceries to uz visu mūžu. Пусть этот месседж отпечатается в твоем сердце. Берегитесь иллюзий. Uzmanieties no иллюзиям. И берегитесь быть обманутым. Un uzmanieties būt pieviltiem. Самая великая ошибка. Pat lielākā kļūda. Это пропустить шанс. Tas ir palaid garām iespēju. Встречи с Богом. Tikšanos ar Dievu. Признать его жертву. Atzīt viņa upuri. И раскаяться во всех грехах. Un nožēlot visus grēkus. Тот, кто защищает грех. Tas, kas aizsargā grēku. Тот защищает смерть. Tas aizsargā nāvi. Тот, кто уничтожает грех. Tas, kas iznīcina grēku. Своей жизни. Savā dzīvē. Тот уничтожает смерть. Tas iznīcina nāvi. Верующий в Сына Божьего. Tas, kas tic Dieva dēlam. Не умирает. Viņš nemirst. Но переходит bet pāriet, от смерти в жизнь, no nāvis dzīvībā, потому что грех в его жизни tāpēc, ka grēks viņa dzīvē, уничтожается кровью Иисуса Христа и его Kristus великим прощением. Un ar viņu lielo piedošanu. Halleluja! Halleluja! Не пропустите шанса. Ne palaidiet garām šo iespēju. Жизнь. Dzīvība, смерть, nāve, суд, tiesa, вечность, мужība. Никто не избежит этого сценария. No ни один мужчина, neviens vīriets, ни одна женщина, neviens sievietes, ни один президент, neviens prezidents, и ни один работяга, neviens strādnieks. Валтасар, Валтасар, великий царь, bija liels ķēniņš, император, императорс. В руках у него армия, viņa rokās bija armija, прокуратура, прокуратура, культура, культура, религия, religija, деньги, nauda, влияние, все. Iespējas, viss. Но он не главный. Bet viņš nav galvenais. Есть тот, кто над ним. Ir tas, kurš ir и он его взвешивает. Un viņš viņu nosver. И мало ли, что в глазах людей un кажется. Mazums, kas liekas cilvēkiem. Люди могли говорить, ты великий. Cilvēki varēja teikt, tu esi varens. А Бог мог сказать. Bet Dievs varēja teikt, ты ничтожен. Tu esi niecība. Где правда? Kur ir taisnība? Где иллюзия? Kur ir ilūzija? Правда на небе. Taisnība ir debesīs. Amen. Amen. Бог взвешивает. Dievs nosver. Какая жизнь Богу нравится, какая жизнь Богу не нравится. Dievam dzīve patīk, kāda nepatīk. Бог оставил 10 заповедей. Dievs ir atstājis 10 baušļus. И это является абсолютный нравственный закон. Un tas ir absolūtais likums. Который человек должен исполнять. Kuru cilvēkam ir jāizpilda. Поклоняться Богу. Pielūgt Dievu. Čtīt отца и мать. Godāt tēvu un māti. Не красть. Nezagt. Не лгать, не молот, не прелюбодействовать, не паркапт лаулим, чтить все, что Бог утвердил, visu, ko Dievs ir не желать ничего чужого. Этот закон Бог не только придумал, Dievs ne tikai izdomāja. Этот закон Бог вложил в каждое человеческое сердце. Katrā cilvēka sirdī. И не надо мне говорить, un nevajag man teikt, что когда человек грешит, kad cilvēks grēko, он грешит со спокойной совестью. Viņš grēko ar mierīgu sirdi. Вранье. Tie ir meli. Человеческое естество устроено так, что всякий грех является противоестественным явлением. Я повторю эту мысль. Не надо лгать, что человеческое естество рассчитано на грех. Человеческое естество, которое сотворил Бог, оно запрограммировано на праведность. И всякий раз, когда ты делаешь грех, твое естество говорит тебе, что это грех.